Итак, закончился первый вечер молодежной конференции в Москве ЮС. И мы специально для тех, кто не смог приехать на эту конференцию, передаем послание прямо из центра Москвы. Люди дорогие, сегодня мы получили потрясающее известие прямо с небес. И вы знаете, чем это было слово, Марк? Help me. На самом деле это самые замечательные, потрясающие слова. Help me, то есть помогите мне. Люди, не стесняйтесь взывать о помощи, потому что помощь близка. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Даже если вы не смогли приехать на эту конференцию. Может быть, потому что вы не просили об этом. Может быть, вы не просили, чтобы вам кто-то помог или дал денег. Или вы не молились. То у вас есть шанс побывать в следующем году на этой конференции. Просто скажите «Help me!» «Помогите мне!» «Помогите мне!» «Я хочу!» И помощь поспешит и не заметит. Всякий, уповающий на Господа, не будет постыжен. И помощь придет к нему вовремя. Так, молодой человек? Да. Аминь.